Полицейские Восточного Казахстана внедряют современные методы предупреждения дорожно-транспортных происшествий. Это новшество основано на опыте таких стран, как Германия, США, Корея и Япония. Речь идет о шумовых полосах, проложенных на проезжей части. Новые средства дают свои результаты, говорят правоохранители. Вождение требует осторожности и сконцентрированности. Превышение скорости, переутомление водителя и его отвлеченность могут привести к трагедии. Во избежание этого полицейские Восточно-Казахстанской области теперь будут применять новый метод регулирования дорожного движения. Обслуживающая дорожная организация установила специальные шумовые полосы на опасных участках. Это 7 пешеходных переходов, расположенных на трассе Усть-Каменогорск-Семей. Подобные шумовые разметки призваны разбудить водителя с помощью шума и вибрации. Таким образом, пересекая шумовые полосы на высокой скорости, водитель получает сигнал о необходимости притормозить. Если водитель заснул или начал засыпать за рулем, наезд на шумовые полосы разбудит его за счет вибрации. Основная задача этого метода – снизить уровень аварийности на дорогах. На сегодняшний день на областных дорогах и улицах введено в эксплуатацию более 4000 квадратных метров шумовых полос на 20 участках. В ближайшем будущем планируется увеличить количество шумовых полос на дорогах, поскольку польза от них заметна уже сейчас. Карина Мурадова, Даниэр Кайратулы, Максат Неметов, Алтай Акпарат.